Здравствуйте, Виталий. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 1,8 до 22. Вот клей для его установки. В упаковке с клеем лежит зубочисточка, с помощью которой нужно будет наносить клей. Ни в коем случае не лейте клей из тюбика. Вот он. Сам одуванчик запрограммированный, полностью работающий. Аккуратно обращайтесь, и он прослужит так же долго, надеюсь, дольше, чем первый. Сейчас я его упакую и отправлю завтра утром к вам. Спасибо за внимание.